Мяч у защитника Ангушта. Перехват. И вот здесь, да, действительно, вторая волна. Атаки, удары за штрафной. Рядом со штангой. Передача в центр. Рискованно, но все-таки она проходит. Удар. Но редко такое бывает вообще, в принципе, чтобы там любая команда проходила чемпионат там без таких плохих матчей, да? То есть в любом случае это случается. Итак, удар низом, но мяч проходит рядом со штангой и будет на левом фланге. Розом отыгрывается на коротке с партнером. Передача в центр, можно бить. Удар, но мимо ворот. Мне кажется, судья здесь, единоборство, без этого, я думаю, никак не обойдется делом. Аракелян играет налево. Удар, и непростой довольно-таки мяч. Итак, удар со штрафного и 1-0. Итак, 1-0. А ну, Ангуш сейчас, я думаю, побежит отыгрываться. Удар. Ну, здесь спокойно бросать налево. Мяч линии. Сейчас хорошее, на самом деле, преимущество у Норстара. Можно им добавить сейчас в концовке тайма. Удар. И такое противостояние, конечно же, в концовке сезона будет интересно. Здесь еще один момент у Норстара, может забивать. 2-0. Танцы во втором тайме ситуацию исправит. Да, тяжеловато сейчас будет, пока несколько минут играть больше, но нужно постараться. Вот еще один момент. 3-0. Хотя он будет такой же на самом-то деле, но, грубо говоря, торпеда чуть-чуть подтянется, но с другой стороны команда останется на первом месте. Подача, удар головой на месте, Медведев. Итак, момент у Норстара, может забивать четвертый, есть гол, 4-0. Что происходит и что дальше делать с этим? Итак, еще одна передача, штрафной момент, и мяч проходит рядом со штангой. Была опасность. Видео. А вот здесь ошибка и, может быть, опасная ситуация, номер 10 с мячом. Момент, ой-ой-ой-ой. Чисто у него мяч отбирают. Передача налево. Ситуация 3 в 3. Удар мощный, плотный. Аракелян, скидка головой направо. Прострел, удар, касание, но здесь сложно было. Так, удар, район открывает. Еще удар! 5-0! Первого гола наперекосяк. Ну, конечно, удаление сыграло свою роль, естественно. Удар 17-го номера, отбивает мяч. Короткий розыгрыш углового. Удар, и мяч проходит рядом со штангой. С острыми крыльями. Не так активна команда была, как обычно. Так, ну вот здесь опасный момент, выход 1-1, нужно забивать, прострел, удар, есть гол. Примера, я думаю, шансы у Ангушта есть. Итак, удар со штрафного, Медведев достает непростой мяч. Итак, атака Норстара, ситуация 4 в 3, удар, мне кажется, не стоило даже здесь спешить. Ну, может это и не выйдет, кстати. Что интересно, по разнице забитых и пропущенных мячей в режиме лайв. А, ситуация. Забрал штрафную. Так, и здесь можно бить, но удар не получается. А вот здесь получается! 6-1!